И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival WoW. Все так же на Геносисе. И сегодня мы продолжим проходить миссии. Так, что у нас по миссиям? Во-первых, в океаническом биоме я прошел, кроме крути, кати и жми вовсю, и эхо классики на альфа. Ну, глюки, это, понятное дело, потом побегу, поустраняю. Но это будет в самом конце, короче. Так что океанический биом и снежный биом у меня пройденный, так скажем, максимум, что я мог сделать, это я сделал. Почти максимум, да, заметки, бог с ним, заметки считать не будем. Что у нас дальше? Болотный, лунный и вулканический. Давай вот так вот сделаем. Вот. И будем идти по списку, короче. Я не знаю. Адская охота на сокровища. Достаньте череп. А, ну это поиск. Почему бы нет? Это у нас в вулканическом биоме, если не ошибаюсь, да. Туда и пойдем. Почему бы нет? Кстати, да, хотел сразу сказать, я их всех пересобрал, все нормально. И лут не исчезает, когда этот ящик ломается, лут не исчезает. Вот та самая глина, она не исчезла. Я потом, когда уже все подобрал, у меня вот здесь там внизу валялся мешочек, короче, лут не исчезает. Ну, узить, я не знал. Вот, это опять-таки же с плюсовские, не знаю, как с обычными, что-то обычное я поставил такой... Блин, они нифига не удобны. Я и в целом-то вот это вот все установил для того, чтобы можно было скидывать ресурсы через вот этот вот столбик. То есть ты подошел, сбросил рез, как бы и все. Ну, очень удобная штука. Вот, чисто только из-за этого я это сделал. Не более. Вот, поэтому... Такие дела. Ну, пока что да, пока что все у меня лежит здесь. И, блин, это выглядит не так эпично, честно, вот это вот все. То есть так мало. Вот когда вот так вот здесь все ячейки были забиты, это выглядело намного эпичнее. Ладно, фиг с этим всем. Погнали. Погнали на миссию. Вулканический биом. А что, у меня стоит там... телепорт на вулкан. Туда и тпхнемся. Так. Появился я на вулкане. Собственно, там, где миссия была с этими кладкоискателями. А, вспомнил. Думаю, и что дальше делать? Адская охота. Куда мне? Ну, далековато. Далековато. Ой, я тут, короче, это... До этого играл в Володы. Ну, что-то никогда туда не заходил и решил зайти вообще глянуть, что это за игра, честно. Вот. Немножечко поиграл и поиграл сейчас в Архейдж. Я не знаю, я тоже до этого ее как-то не смотрел. Я решил глянуть. Прохожу сюжетку чисто так, чтобы посмотреть, что там интересного. Вот и все. Поэтому, честно, вот эти вот сейчас 3 дня, которые я не снимал, вообще не было никакого желания заходить в Арк. И вот он сегодня у меня выходной. Я такой, блин, а почему бы нет? Почему бы нет? Это же прикольно. Давненько уже просто не играл, и реально появилось желание поиграть. Уже даже забыл, насколько меня бесила последняя миссия. Вот это вот и все. Прям клево. Такс. Пошел ты, козел, бежит уже на меня. Так, ну да, по сути, этого тоже нужно подкачать чуть-чуть. Левлов 5. Еще чуть-чуть надо подкачать. Так что да, я думаю, по идее, на нем пойдем, если в этой миссии предусмотрено это. Ну отлично. Какая сволочь стреляла? Иди нафиг. Так, адская охота за сокровищами. Погнали. В целом-то, что у меня там по миссиям осталось? Это еще пару миссий. Мы не крадем, мы только возвращаем. Вот это примерно это она говорит. А вот, короче,
Это что, у меня получается пару миссий, я смогу бетку пройти, да? Бета этого. Бета-босса. Бета-босса, блин. Господи, нас сказал же. Ну, в целом, такая миссия нормальная. Миссия для отдыха после вот этой миссии с Эко. Эко с Долфин. Вот это... Эхо Классик. Ну вот. После вот этого, это, конечно, прям... Такая изи-миссия будет. Чисто отдохнуть. Вот, так что вообще нормас. Я только за. Ладно, погнали, погнали. Чё я вот это вот стою? Сами подойдут. Чё мне вот это вот ходить за ними? Им надо. Пускай подходят. Слышь, мелкий. О, как вас тут много. Прикольно. Не-не-не, вот от мелкого надо избавляться. Летает он. Хоп. Ну-ка, кусни вверх. Кусни вверх, куснул вверх. Отлично, красава. Так. Вау, добрый вечер. А чё это вы здесь так же вдвухе тусовались? Ну, это простые. Эй, ты чё, по миссии, что ли, летишь на меня? Иди сюда! Иди! Да и пошёл. Чисто такой летел такой, я сейчас так подошел в порт, да не, все, и мимо пошел. Красава. Так. Давай. О, укусил летучку. Отлично. Разворот. Начинаю сканирование. Давай, досканируй уже до конца. Оп, оп, оп. О, здорово, здорово! Да, стой! Отлично! А тут летает он тут, понимаешь ли, за мной. Хорош, вот не надо плеваться. У меня плохие ассоциации с вашими плевками. Для меня ассоциации с ихними плевками — это то, что если они плюнули, мне под шмотки поломали. Чаще всего обычно я встречался с ними именно так. Они плюют, шмоток нету. Они плюют, шмоток нету. Ну, думаю, ну, отлично, блин. Здорово! Не, вот ты тоже иди нафиг. Да что? Ты что летишь? О! Опять ты? А, ну, кстати, можно проверить, если в левом верхнем углу написано Max Level, то если это явно не максимальный левел, то значит это говно по миссии бежит на меня. То есть по ним будет сейчас легкий урон, потом обычный урон, потом говно урон. Ну, в любом случае, пофигу, короче, на них вообще. Ну ты срёшь-то как-то не вовремя. Тут тварь такая подлетает ко мне, а ты серишь, блин, голову наклоняешь. Так, куда бежим? Куда бежим? Ей! Побежали! Побежали! Здорово! Ты просто не в то... А чё там так темно? Вот мне это очень сильно не нравится. Там так темно и страшно, я не хочу туда идти. Ну и то пошли его, короче, уже. Посмотришь на это? Вот наша цель. А, так в смысле, я туда, куда нужно, пришел, что ли? Здорово. Вы меня сейчас взбесите, ты козлы. Тут темно нафиг. Вот, так уже лучше. Так, окей, я понял. На бетке будем аккуратнее, на альфе уж тем более. С тем уроном, который будет там, эти прям козлы будут. Прям очень козлы будут вносить урона. Все, иди в жопу отсюда. Окей, вот это то, что они поджали, это, конечно, да.
меня больше смутила вот эта пещерка, которая, блин, просто такой подходишь, а там пещера такая, что-то там темно и страшно. Какого фига? Чё за нафиг? И вообще, это пещера по миссии или это проход куда-то? Все, нормас, нормас. Дай свой череп, собака. А теперь валим отсюда нафиг. Пошли все вон! Посторонись, разойдись. Извините, простите, пожалуйста, извините, простите, простите. Я случайно, извиняйтесь, извиняйте. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Ох, мать вашу, там вас сколько. Не-не-не-не-не-не-не. Ну ладно. Вы сами захотели. Но на бетке будет жопка. А на альфе будет мясо из меня. Не-не-не-не-не. Вы просто случайно попали под удар, ну уж извиняйте. Трицератопсы еще бешеные. Скоты. Все, пошли все вон. Уу! Да? Мы в безопасности и вернули себе свое. Ну что, да, нормально, подкачался как раз те самые левела, которые мне были нужны. Что мы здесь получили? Всякая гадость. Сидел на мегалодона. Ну, слушай, возможно, сидел на мегалодона я получу хорошо. А, ну, а зачем оно мне сейчас? Вот, вот честно, а зачем оно мне сейчас сидел на мегалодона? Ха, не знаю. Да здорово, здорово, ну что ты кричишь-то так громко? Я тоже рад тебя видеть. Все, давай. Потом созвонимся. Так, где миссия? Почему миссия? О, теперь я вижу миссию. Ну, погнали! Так, ничего личного. Только мясо. Ничего личного, только кератин. Вау, бежим, бежим. Отлично. Так, я, наверное, сейчас подготовлюсь. Ну, в смысле, поменяю диносов и разгружусь. И продолжим. Все, разгрузился. Вызвал 9-го Рекса на прокачку. Там еще первого Рекса нужно будет на подкачку. Но меня больше интересует. Вот я сейчас слышу шум извержения. И часть миссии, а именно в конце, мы находимся внутри вулкана. А не повредит ли мне вот это вот все, вот то, что сейчас извержается, извержение вулкана происходит? Случаем не произойдет ли жопа? М? Ну ладно, будем надеяться, что все будет хорошо. Все, что я могу сказать по этому поводу. Бетка! Погнали на эту миссию. Ну, можно уже сразу стартовать потихонечку. Вот. А, все, как раз шум закончился, все хорошо. Видать, до этого еще все началось. Так что, все, огонь. Так. Ничего личного. Да, вот он, собственно, урон. Как я уже сказал, то есть это стандартный дефолтный. Как они меня бесят, диморфодоны эти. Прям вы бы знали. Так, что у меня тут было? О, по броне вообще огонь. Диморфодоны мне не страшны. По крайней мере, сейчас. Ой, да ладно. Это трицератопсы. А, так вот вы где все спавнитесь, какахины. Ладно, повыманим вас по чуть-чуть. Чтобы сильно не это... Не кучкануть вас случайно. Так, Диморфодоша. Пошел в какашу. Отлично. Не хочет. Заход, забег, залет. Оп! Отлично. Живем, 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 это хорошо.
Да, лучше коллеж все-таки не стоять на месте, я считаю. Учитывая, что Рекс, он не сильно поворотливый, лучше немножечко вот такой восьмерочкой побегать. Немножечко, я думаю. Давай. Нет, не зацепил. Да и пошел ты. Так, куда бежим? Туда бежим! У-ху! Да, со спины подходят козлы. Вау, ничего себе, я там от чего уклонился. Хватит пускать меня, маленькое солнце. Так, опять под ногами елки. Ну хорошо. Хорошо живем. Прокачиваем урон. Не знаю, зачем мне эти ресы. Но вдруг когда-нибудь пригодятся. И, как говорится, никогда не знаешь, что тебе может пригодиться, а что может не пригодиться. Так, куда? Туда. Добрый вечер. Так, сканирование — это хорошо, отлично, от этого избавились. Так, вроде как развернулся к ним ко всем лицом, и, соответственно, вот набеги мелких — это пофигу, конечно. Хоть они и вредят, но не сильно. Вообще как-то плевать. Но самое главное — сейчас избавиться от больших. Мелкие потом сами под удар попадут. Отлично! Вот так и живем. Согрел их. Встал в более удачное, удобное положение и размочил всех чертям собачьим. Убил ублюдков. Так, отлично. Еще одна партия. Главное сейчас, чтобы со спины никто не подходил. Здесь я уже знаю, что лучше туда не пытаться забегать сразу же. На точку. Так, пошел дом. Вон, вон пошел, да, вон, вон пошел. Так. Начинаю сканирование. Оникс, здорово. Ничего, расколбасило. Ой-ой-ой-ой. Так, не, вот тебя точно нужно это завалить, потому что ты мне потом под ногами будешь мешаться. Ты мне будешь мешаться проходить. Вкачиваем еще урончиков. Урончика. Включаем яркость. Все-таки яркость — это дело такое. И снова Оникс, добрый вечер. Не хочет подходить, отлично. Сейчас со спины пойдут. Ну смотри, он, кстати, отличается от других. Он прям реально отличается от других. И всего-то, что нужно было сделать. Ну классно. То есть тупо заходишь в эту пещеру, здесь только тупо трицератопсы. Трицератопсы. Вот это огонь. Там уже меня на выходе что, Василиски жду, что ли? То есть вот то, что я мучился с этими, это просто я за собой тогда притащил. Ну классно. Ну давай, чё ты там в камешек какой-то уперся, застрял. Чё-то мне не нравится этот шум. Ей! Сдрапываемся! Стоит такой гопяра, ждет. Хоп! Ишь ты. Ждут они, когда я выйду. Да пошли вы все!
Всех размочу, наверное. Постранись, разойдись. Не спеши атаковать меня. Ёшкин кот. А это что-то жалко было. Ну, урон они, конечно, носят не кислые, если честно. Ну, короче, пошли все в жопу. Если по-простому, падать со скалы было очень дерьмовая идея. Очень дерьмовая идея была. На альфе такого допускать нельзя. Так, хорошо. Мать вашу, попрактиковались. Что у меня здесь? Седло на мегалодона из адекватного все еще, да? Ну да, из адекватного только седло на мегалодошу. Я не знаю, зачем же, пускай будут. Так, миссия. Миссия где-то там. Ну, альфа, конечно, будет посерьезнее. Альфа будет посерьезнее, потому что, ну, прям, я прям ощущаю, что... Там ошибаться нельзя. Застрять здесь прям как нефиг нафиг. Поэтому ошибаться... Ой, ошибаться точно нельзя будет. Что ты отцепился-то? А я правильно бежал. Все, все, я правильно бежал. Прям по лаве. Да, это правильно бежал называется. Ой, да иди в баню, задолбали уже тут. Ходят мне тут все. Разворот, поворот. Ну что? Чё? Вариант, что ли, есть? Как бы не было, сыкло. Надо рвать когти и мочить их всех. Давай, немножечко. Подскинем. А, чё я подскидываю? У меня тут вес, это же, это Шрекс. У них тут веса же дофига. Ой, вот, блин. Да я все, что чё подскидываю, у меня уже это... Как рефлекс такой, типа, подскинуть всякого хлама, чтобы это... Веса было поменьше. Вот, видали, сколько урона говна. Вот поэтому нужно аккуратнее быть, особенно вот с этими уродами мелкими. Yep. Текст. Аргентавис. Ой, дай ты ж не шотаешься тут. Вот Аргентавис и бесячий будет. Нет, это простой. Иначе мы очканем его быстро. А вот это непростой. Давай! Отлично. Надо сначала этих размочить. С прошлой волны. Потому что они мне сейчас точно будут мешаться. Ой, добрый вечер, опять солнышко в меня пустили. Спасибо, не стоило. А вот интересно, когда ты играешь на сервере, вот кто-то взял миссию такой, и начали спавниться всякие динусы, а ты, короче, рядом построился. И у тебя, короче, просто тупо, у тебя там около базы, да, допустим, начинают спавниться всякие. Ты такой бежишь голожопый, там, да, бог с ним не построился, такой бежишь голожопый, там, типа, о, я добываю ресурсы, я притомил себе, не знаю, там, раптора. Я притомил раптора, я такой клёвый. Тут хоп, кто-то берет миссию. Альфа-миссию. Вокруг спавнится вот эти гипер-супер-дупер-друпер, вот эти вот мобы, которых ты просто даже если захочешь не бьешь. И они тебя в какаху раздирают. Это... В этом логика этой миссии. На сервере. Так, и меня не беси, тварь. Но она меня бесила. Вот реально, напишите в комментариях, реально, если это так работает, это что, реально так? Я не хочу на Генезисе тогда на локалку играть. Ну прикинь, ну просто кто-то берет альфу, а ты такой, и чё мне делать?
Меня убили, я пытался там что-то полутать, меня убили. Потому что просто кто-то взял альфа, вокруг заспавнились куча альфа-мобов, и тебе настал песос. Кайф! Вот для локалки, да, для локалки я понимаю. Это норм. То есть как бы, да и в целом Генезис больше подразумевается как локалка. Это твой личный... ой, как время-то тикает. Я забыл про время. Я сейчас могу не выполнить миссию. Это твой, типа, личный этот, экзамен, да? Слушай, реально, Генезис это как... Это только для соло, для этого, для локалки. Все остальное говно. Ну, то есть, как бы, не на локалке играть, это... Это даже... не подразумевается, то есть как для меня вот, по крайней мере. Потому что ты вот на локалке играешь, ты нормас, ты себя чувствуешь, ты проходишь экзамен, вот это все дела, вот это все хорошо. На сервере, да, бляха-муха, будут вот такие, вот такие сложности, как я описал. Да, еще бы я сейчас бы не тупил бы с времечком. Так, все. Разгон. Сейчас боюсь, как ногами у меня будет проблема. Но урона вносят они очень мало. Это прям очень хорошо. О, Диморфодон избавился. Кайф. Урон они вносят очень мало. Это очень хорошо. Че эти тут какахи наспавнятся? Просто сейчас, мне же потом обратно сюда бежать по этому же пути. Знаешь, если я сейчас оставлю вот этих мелких, они мне потом будут мешаться. Особенно вот эти рапторы. Ох, это бесячая хрень. Путаются под ногами у рексов всегда и мешают. Вот все, что я могу в этом плане сказать. А, дроздоперды, блин, долбаные. Скалопендры, дроздоперды, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Ониксы, ну здорово! Так, все. Гарцуем. А можно побыстрее? Спасибо. Отлично, отлично, отлично. Я их просто даже не подпускаю ко мне. О, это кайф. Конечно, урона в него вносить нужно прям адово. Ну, блин, кайф. Я его просто не подпускаю благодаря Рексу. Ты смотри. Ну, кайф же. Больно. Кстати, картинка для заставки вышла классная. Хотя показы как со стороны выглядит, а в итоге еще и картинку для это для видоса сделал по ходу дела. Так, ну все, тут вариантов ноль. Хватаем и бежим. Ну отлично, застрял, мать твою. Ох, бляха-муха. Не, ну это, конечно, бесячая хрень. Где он просто застревает, зацепляется за камешек. Это вот просто... Он просто за... сейчас за камешек зацепился. Ремешком зацепился за камешек. Пошли в село, пошли в село. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Посторонитесь, разойдитесь, расступитесь. Не создавайте суеты. Да ёб вашу ж мать! Серьезно? Говорю, не создавайте суеты! Пожалуйста, отпустите меня! Отлично. А, я ее всецело поддерживаю. Это было, конечно, да. Это было, конечно, да. Но что я получил? Выглядит как говно. Ну ладно, на Мегалодона вот нормальное седло, но мне уже больше не нужно оно. Ах,
Да уж. Поэтому все еще, повторюсь, выглядит как говно. Ну да, бог с ним. Все равно эту миссию проходил. Ну вот, опять-таки, сколько они мне урона нанесли, то есть без силок, без ничего, то есть... Нормас, нормас, бета-альфа. Это проходимая миссия. Без лишних заморочек. Вот такие вот народ дела. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока!